это осуждаю и буду осуждать, потому что я это осуждаю. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. Давай метро трилогию, сам сказал сотку. Алло. Чё так, чё такое? Тебе 100, блядь, скинули. Нет, 15. Пять новомодов? Серьёзно, нахуй? Всего 15. Реально, блядь, и вот так вот ты себе делаешь? Охуительно. Нет, так он всего 15 скинул. Какие 100? Ты чё, прикалывайся? Я не прикалываюсь, блядь. Я тебе серьезно говорю, 15. Я видео посмотрела, мне отрывок скидывали. Это нормально вообще? В смысле? Там 15-ка, блядь. Какая нахуй 15? Я, блядь, всё поняла, хорошо. Поняла. Объявление ко всем работягам Counter-Strike. Открылась вакансия рабочего на скинозаводе. Обязанности, значится. Первое. Заходить в ивент Epic Drop каждый день на протяжении осени и получать халявные предметы в скиногенераторе каждые 2 часа. Второе. Улучшать скиногенератор за шестеренки, чтобы скины были дороже. Третье. Работать на конвейере кейсов и открывать их за шестеренки. Там много чего интересного падает. Кейс открыть стоит 10 шестеренок всего. Нормально получается. А шестеренок этих вам отсыпят аж 1000 штук на первой же смене. По обязанностям все. Подать заявку на работу мечты можно по ссылке в описании. Пока мисс места есть. Там у меня разрешили паток запустить. Я главный, я никогда никого нигде не спрашиваю. Музыку одну оставить. Карина может подтвердить твои слова. В прошлый паточек она говорила так, будто ты главный. Делать. Что за вопрос такой детский? Конечно, нахуй может. Любая женщина подтвердит. Одна из них, сейчас я позвоню. Так, сейчас я позвоню. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Я главный. А, привет. Ну, привет. Это ты, кто главный в семье? Скажи же, я главный в семье, я все решаю. На ломозе корзину выкупаю. Я главный. Ну, просто... скажи, да, я скажу, что ты главный. Скажи, как есть, кто главный? Ну, если корзину выкупим, то ты. Зай, скажи, Зай, скажи, типа. Зай, скажи, я главный и самый лучший. Ты главный? А? Ты, конечно. Я, да? Вот я главный. Да, да, да. А кто еще? Конечно, ты. Я, что ли? Да, если я сказал, так что и все так и будет, ясно? Да, да, конечно. Когда что будет. Вот, все. Какие еще вопросы, Руслан? Пожалуйста. Все? Все. Давай.
И чё? И чё? И чё? Ну чё? Ну чё? Вот он стоит, булочка. Какую рулетину, вот он, смотри, как гулял. Привет, девушка. Вот ты снова купил ведро. Настолько женственной машины я еще так, никогда не видела. Я предупреждал. Малышка, ты, я уверен, ты бы мне дала бы в этом аппарате. Алло. Привет, дедуль. Поздравляю тебя, алло, что в очередной раз тебя напарили. Я, конечно, понимал, что олух еще тот, алло, но теперь алло, ты лох в кубе. Это ж надо променять БМВ на москвич. Одним словом, ебанат на диси. Каково? Я все, блядь, слышу. Дедушка, какой хорошая мать, машина, нет, поздравляю с покупкой москвич и гайду комплектации. Вот ничего не их, эту машину, а москвич. Че москвич? Чего? Ха? 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 Мы сейчас с мужиками сидим, угораем с тебя. Думаем, на днях поедем с ролей на гастроли в региональный рогалетный бар. Только перекли шильдик 320D на москвич. А то стыдно ехать будет. Слышишь? В каком-то немецком дерьме десятилетия. Вся корзина на ломоте пошла по одному месту, потому что у нас появился новый автомобиль. Что за звуки? Дед, привет. Извините, а это вот здесь собрание шкуфов проводит. Полюбуйся. https://disk.yandex.ru/6-9-ксльдё. Серёжа звонил. Короче, я придумал другой план. Надо копать вверх, наверное. Как-то сверху вниз, что ли. Чё посуду я не помыл? Я в Майнкрафт играю, мне по вообще на все. В смысле? Да, блядь, ебал, ты заебал. Ламоду донат есть вообще? Не надо. Серега, здорово. Что-то у тебя голос как-то пенится. Заболел, что ли? Давай поправляйся, дорогой. Денис мой, девки, отстаньте от него уже. Денис, слушай. Валера, гладиатор, слушай. Сейчас, пацан. Сейчас. Здесь пятница, вечер, дай, нормальные люди все бухают. Этот сидит, блядь, блядь, за компустером, за кудахтом. Слушай, блядь, орю на! Сидит, орёшь, блядь, здесь. Сори, ребяточки, прошу прощения. Всё, чувак. Мои деньги ушли в ломоду. Сегодня пятница, вечер. Все нормальные люди сидят, бухают. А этот сидит, блядь, здесь. Что это?
нормально хочу еды человеческой, жидкой. Жидко ты в туалете накладываешь. Так. А это кусочками. Нет, ты серьезно, в семинарах толчкаю, да? Ебать, это игра. Дома галюна не хватает, он его здесь нашел. Игра компьютерная, здесь пацаны порекомендовали мне. Симулятор как посрать? Это не справляешься? Короче, все, нахуй, блядь, что нахуй хочешь? Что хочешь от меня? Ламоду. Мне такой не нравится соус. С фекалиями не будет. Мне это не нравится. С фекалиями не будет. Хотел нормально, блядь, еды поесть. Ешь, больше, понимаешь? Я здесь, блядь, что сижу, нахуй? Я общался с людьми, ты пришла меня, блядь, и что? Мне, блядь, что, нахуй, выключить с тобой, что ли, блядь, общаться? Ты воняешь. Я здесь общаюсь с людьми, блядь. Да, хорошо, что не запах ничего. На коричневый свет. Нормально? Это я здесь сам решаю, где что. Что? За... Что и как? Где на трусах коричневый свет должен быть, серьезно? Мне похуй. Здесь моя территория, нахуй. Крыс, спасибо, что... Альтушка, воришка, Сноу каждый день ворует мой хуй своим ротиком. А ты тютя-матютя, 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 тютя-матютя. Привет, Алине Момент. Дом посрал в симулятор толчка, поиграл, шиф трусы обосрался. Я девкам хуй фоткал. Чё там фоткать? На микрокамеру? Угу. Ты выключил, ты не слышишь? Я сейчас, ну сейчас, может, там, чуть-чуть. В смысле? Я еще раз повторяю, мне, блядь, что выключить, нахуй, все или что? Нет, блядь, сиди в обосранных трусах, нормально тебе? Я здесь сижу с людьми, блядь, общаюсь, у меня стрим. Где ты общаешься, блядь? Ты срешь, блядь, в мониторе! Это игра такая. Какая там игра? Как посрать, правильно? Как попадать? Может, научишься наконец-то? Я думала, блядь, коты мимо срут куда-то. Нет, походу, это ты. Мне похуй, сейчас начнёт драться, мне YouTube забанит, нахуй. Давай уходи, Дариха, подальше с моего экрана. Ешь и молчи. Это моя территория, я решаю, что ешь и молчи. Вообще, скажи спасибо, что я тебя всё, блядь, запустил. Пожалуйста. Если бы без еды пришла, нахуй не уходил бы. Я сказал. Уёбусь, уёбусь. Все, иди за мной, донат. Ты на... похвалят за то, что ты посрать смог. Ты на мой донат роток не раздевайся. Бля, включи им лайвстрим, как в толчок ходишь. На... В принципе, однохуйственно будет. Я просто не хочу принимать какие-то действия в плане уебанить бич, потому что меня забанят YouTube. Поэтому по-хорошему говорю. Ты меня догони сначала на одной ноге. Поэтому веди себя здесь, в интернете, здесь моя территория. Но оно и видно, потому что... Алиночка, слушай. Хуёду, блядь. Смотри, какую сумочку просто. Хую пыш. Красавчик. За то, что я толчок после тебя мою. Срать хочу бутылку здесь, чтобы туда не нахуй лишний раз не сувать. Ты уже так делал. И что? И то. Я же его ладно, вопрос так блядь делал этот, потом если бы еще с окна не выкидывал, оно бы не растекалось по всему асфальту. Здесь принесла, молодец, на тебе, дай 5 и до свидания. На лободу, дай бог, дай так скину. Как-нибудь по возможности. Денег нет, пацаны, нету. Еще ни рубля не даешь. Я же, блядь, ты им сральник стримишь. Это и не сами скинули, я ру такую. Зачем? Говорят, крутая новинка. Здесь челку искать, начал буду челку себе искать. Удачи. Айтушку. Толчки? Все, давай, давай. Сумку заказываю? Давай, отсюда. Сумку заказываю? Давай, сумку заказываю? Быстро, метнись. Поменять надо, машина, блядь, сломалась. Сумку, ну вот эту, и, скажи, что проблема-то, я не понимаю. Я еще раз послушай меня. Машина надо ремонтировать, блядь, санузел. Сама видела, что там, да? Ты
за тебя и все. И туда надо, и туда. Какие нахуй ламоды, блядь, скажи. Ты сам все наделал, блядь. А я хожу по 5 лет с одной сумкой. В чем проблема? Ты каждый раз говоришь, что ты мне что-то заказываешь, и нифига ты мне не заказываешь. Только тебе что-то приходит. Потому что мне надо, а тебе не надо. Схуяли, мне не надо, а тебе надо. Потому что ты сидишь здесь, блядь, как скуф целыми днями, а я куда-то выхожу, мне надо. Я сказал, потому что не все так, как тебе хочется в этой жизни. Да тут вообще ничего нет, чем мне хочется. Это никого не волнует. Здесь я главный. Кто тебе сказал? Здесь моя территория, я здесь решаю все. Кто тебе это сказал? Я сказал. Чего ты сказал? Потому что я мужчина. Я высшая степень эволюции на планете мужчина, Земля. Мужчина, ты был лет 30 назад. Сейчас что? Сейчас еще лучше. Давай, уходите. Поэтому здесь пока я не поменяю, мне покрышки надо. Мне сумку надо. Резину поменять надо. Сейчас зима не за горами, а у меня резинки нет. Да какая не за горами, блин, ну вот эту закажи и все. Потом как-нибудь. Да ты всегда так говоришь. Добрый но. Каждый раз, блин, говоришь, потом в толчке закрываешь, ты либо здесь. Ты можешь потише говорить, блядь, в смысле? Чтоб тебя не слышно было. Че, слышно, что ли? Понятно, я сейчас как бы не один здесь. А с твоей шизой? Короче. 54 личности? Я тебе сказал, пацаны такую хуйню нахуй не будут терпеть. Какую? Твои вот эти, блядь, потуги. Покупки ламоды. Они прекрасно знают, что мне надо. Велосипед электрический. У меня в чате часто говорят, что скидывают на ламоды. Только мне почему-то ничего ты не заказываешь. И себе постоянно что-то заказываешь. Ну хуя тебе, блядь, 50 пар кроссовок, если ты носишь, блядь, 25 из них. Объясни. Давай я здесь буду решать. Да что ты будешь решать? Ну тебе что, сложно, что ли, не пойму? Постоянно обещаешь и ничего. Так ты, блядь, концерт не пришла устраивать или что? Купить концерт. Пришла, еды принесла, молодец. И что, молодец? Я так как-нибудь скину. По возможности. Сейчас просто нету. Я главный. Кто тебе сказал? Я тебе, знаешь, мама когда-то говорила. Есть пословица такая. Мужчина. Сейчас я тебе, подожди, сейчас отдай, я вспомню. Сейчас придумаю. Я не придумаю никогда ничего. Всегда придумаю. Есть пословица, типа, мужчина царь, а женщина его корона. Сейчас я тебе сяду на кухню. Давай. Все, давай. Блядь, ты чё, джику сумка, ел? Там тебе эти самые, блядь, суши. Ты всё, чё, аджику ел? Наклянчиво. Чё у меня все ждет? Ты чё, аджику, что ли, да, опять жрал? Там опять тебе жрать, блядь, предоставка, не пойму. Жрачка приедет, сиди. Блядь, горит. Мама будет меня забить, понял? Трусы отдай свои уже. Трусы отдай, постираю, блядь, черкаша. Давай, я вытаю. Ты посидела, дома ручки не сделала. Я вытаю. И как вы от двери открываетесь? Я вытаю играю. Какой нахуй да? Ты ручку дай. Я, блядь, играю в итальянцы со людьми в интернете, блядь. Я не, блядь, не сделал ручку, сделай. Потом сделай. Три, четыре, пять, ноль, пять. Начал только недавно, три часа назад. Ручку делай. Потом сделаю, да. Кому, блядь, сказал? Он что, мне интернет слышал мне сейчас? Знаешь, чувство будто забуксовал. Где-то свернул не туда и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал. Где-то свернул не туда и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал. Где-то свернул не туда и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал. Где-то свернул не туда и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал. Где-то свернул не туда и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство будто забуксовал, где-то свернул не туда и путь стал замысловатый ты.
Знаешь, чувство, будто забуксовал. Где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство, будто забуксовал. Где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Хочу нормально сходить в толчок. Вместо того, чтобы нормально сходить в толчок, я должна, блядь, 5 раз нажимать на эту ебаную кнопку, чтобы в итоге все равно не смылось, блядь. Зай, тихо. Что, в чем проблема, я не понимаю. Извините, ребяточки, чуть-чуть отходил конфликт с ситуацией. Серега звонил. Ребята, прошу прощения. Блять, я даже сантехник не могу вызвать. Ты нахуя снял деньги с карточки? Где, блядь, все деньги на карточке? Я не могу. Ребята, извиняюсь, сейчас там пацаны, короче, понял, приезжать там помочь. Мне должно быть всегда так, как я хочу, Паша. Мужчина в отношениях — это всегда как бы связывающее звено между любовью и нелюбовью. Мужчина всегда прав, женщина его постоянно должна слушаться, обязана, понимаешь? Паша, как у нас все в мире? Сначала появился мужчина, а потом Бог решил, чтобы не было скучно мужчине, создал женщину. А вот, для мужчины. Поэтому... вот так вот. Мужчина. В курсе, что я здесь, блядь. Ты ушел. I've had a penile augmentation and I'm much more confident. Типичная шваль. Точка, переобуваешься на леди. Точка, кусочек Европы, США. Точка, а в итоге комплекс деталей США. БМВ из Германии. Что такое? Все, что в твоем доме... Я, блядь, играю, я не хуйней занимаюсь. Ты сама шлюха. Просто иди дальше. Мотоцикл я же себе хочу купить. Какой, блядь, еще мотоцикл? Сказал. Ты, блядь, видел, сколько сделать надо? Ты, блядь, нормальный? Ты убери, ну хуй на какую-то, блядь, опять играет. Попрошайничай, с какой-то я хочу хуйню. Ничего ты больше не хочешь? Во дворе, блядь, пройти негде из-за твоего. Сначала мы то блоки у нас, потом еще какая-то хуйня. Теперь, блядь, самокаты. Я хочу электромотоцикл. Самокат, блядь, ты хочешь. Электромотоцикл. Хочешь в Яндекс.Еде работать, не пойму. Готовишься? Я мотоцикл. Какой мотоцикл? Мотоцикл! Они ты самая сама. Опять какую-то хуйню придумал, блять, собирает, попрошает. Ее твою мать! Споткнись! Пацаны поддерживают меня, мотоцикл. В чем поддерживают? Мотоцикл электрический! Они просто не видят, блять, буквы. На вон, что ты на собираешь? Пока за мотоцикл хочу себе. Какой, блядь, мотоцикл? Что ты опять за блажь какую-то придумал? Блять, мне нужен мотоцикл. Сейчас как раз погода еще пока стоит хорошая. Давай, блять, купим и разберем. Честно, мотоцикл куплю, босса, тебе... Я хочу ездить на мотоцикле, блядь! Ну чё, больше не хочешь? Давай, Дина, всё. Сейчас я тебе пойду, иди, блядь! Тебе надо быть нормальным, хуча мне здесь, ты чё не трёшь? Блядь, не повышай... Трёшь, я сказал, блядь! Голос не повышай, блядь! Не включай микрофоны мои, блядь, поломать, нахуй! Че? Того, блядь, поломать! Кто ты, встать, не пойму! Я тебе сказал, не лезь нахуй сюда! Я тебе сказала, если ты купишь эту хуйню, домой можешь не приходить. Давай, блядь, иди заниматься нахуй делами, блядь. У тебя, блядь, подпись секса, еще два будешь. Ты что, это ненормально, блядь? Иди, сказал, я иди. Я тебе что сказала? Иди, не мешай мне. Ты мне напрягаешь. Я... Ты меня теперь дома никто не будет напрягать. Даже я тебе сказал... Не зайдешь, блядь! Я сказал, я хочу себе электромотоцикл. Домой не зайдешь. Все, короче, с тобой, блядь, вам, блядь, нахуй ничего говорить не помогу. Домой не зайдешь. Я тебе сказал, нахуй. Давай, собирай, блядь. Не помню. Я сказал. Я знаю. Все. Алло. Да, Сереж. Да, зайчка, целую. Да. Все, давай, малышка. Все, целую. Каждый раз я хожу одно и то же. Я Фрэнка играю. Какого Фрэнка? Фрэнка, Асид Фрэнки. А почему ты мне такую не сделал? Отстань, иди давай. Это я хотела в такое играть. Хуй тебе, блядь, поиграть. Я хотела иди в такое играть. Иди давай сюда. Ты только играешь, ничего больше не делаешь. Я буду играть, потому что... А я когда в это буду когда... играть? Когда, как, когда, нахуй? Сейчас там надо отвечать, игра, блядь, быстро. Я сегодня в яблоке в этом было. Давай, иди, не помню. У тебя
Линда, когда снимаешь фильмы, надо считаться с мнением режиссера. Это фильм «Крис», так что... Она серьезно? Ты тоже отошел от сценария? Да, но это... Я актер. Не парься. Давайте просто еще разок, ладно? Сделали твой вариант, а теперь попробуем мой. Не дергайся. Давай все уберу. Все получится. Что-то нормальное купил. А если нет, ты загладишь свою вину после съемок у меня в трейлере. Но в этом месте планируется самый замес. Это заброшенный завод, мистер Ривера. Вы здесь незаконно. Хуёкер, ты дашь мне поиграть или нет? А ты мне дашь поиграть? Мисс Тэмми Ди Дикси. Потом я пройду, ты пройдешь. Я не хочу играть на компе. Мисс Гордон. А на чем? Мисс Кристин Гордон. А Сонечке? Попрошу вас немедленно покинуть территорию и никогда, ни при каких обстоятельствах, не возвращаться на этот завод. С кого? Откуда у меня деньги? Никогда. Алина, привет. Плюс, когда я прошу купить мне что-то, это, блядь, у нас денег нет. Когда на тырочку так, собираем, давай, что, блядь, погромче покричи, чтобы они поржали. Зачем тебе кидаю там, деньги? Потому что ты разъебался, я не пойму. Давай погромче покричи, ха-ха, посмеются еще. Че смешного? А ничего, иди смешно давай. Смешно хрустиком быть? Я буду байкером. Хуяйкером. Настоящим волком. Хуящим. Алиночка, слушай. Это тебе сейчас выключу. А, блядь, динамики. Ничего. Что это? Ничего, ничего. Что ничего? Сказали тебе ничего не покупать. В смысле, блядь? Ничего вообще тебе никак, да. Вы сказали мне ничего не покупать? А мне и так ничего никто тебе не покупает. Давай, иди, все. Алина. Ой, смотри. Дачьи губы слаще, чем малина. В смысле, блядь? Это не для тебя. У Симонова театр Петросян, а у этих театр Мамедовых. Ебать, это же просто позорище. Гони отсюда свою немытую ралю и дай пацанам насладиться твоими затупами, дебилоид. В чат пробил ентер в чат. Ага. Слышишь, что? Я мытая вообще. Давай, все. Мужчина всегда в семье, это, блядь, гора. Это гора. Мужчина, блядь, или хрустик? А женщина, это, что? Гору снизу должна поддерживать. На плаву. Краненко, шлюха, вошла в дело. Байтит с самарским чмом на пару. Алиночка, я помню твой сочный черемяк. Спасибо за волшебную ночь, крольчиха. Ахахв. Хаус мод на Алинку. За какую волшебную ночь? За какую? За какую? Какую? За какую? Какую? Нет, типа, все, конечно, могу понять, но мало того, что этого долбоеба в принципе не вижу дома. А теперь он катается весь день на москвиче, а здесь гора просто немытой посуды, которую мне обещали. Нормально. Все, давай. Мой кружок. Иди тут, все, твоя минута славы кончена, все. Чего, блядь? Давай, иди посуду помой. Ты, блядь, может, помоешь ее наконец-то, иди, не пойму. Да, приберись. Коты насрали. Ты это мне говоришь? Да. Я приберись. А ты ничего не хочешь делать? Ну чё, блядь, я сейчас с компьютером, как Извиняюсь, говори. Да, блядь, не могу попасть. Вот блин. Молодец. Простите нас. Ну всё, давай, зай, иди, всё. Извиняюсь, говори. У лукоморья дуб зелёный. Ну вот, нахуй. Дмитрий. У лукоморья дуб зелёный. Золотая пизда на дубе том, нахуй. В следующий раз, чтоб побрила. Поняла? Купи мне бритву в золотом яблоке. Хуй яблоки. Хуя. Поброешь, потом приходи. Хуёй. Ты там мне... Фу, блин. Ничего страшного, перегорит.